Many miles away from home. Steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall, I hope. Something good is coming up. Free like a bird, but also bound. And my footsteps on the ground. I raise my head, listen to the sound. I'm happy with what I have found. Just это она сейчас толпа. Вам глаза выколет, кто орал там. Соболев. Давай, Соболев, заводи. Шкура точка нет. Да. В общем, мы стоим в очереди, здесь вот-вот время. Да. Короче, это пипец какой-то. Смотрите, сколько народу. Мы ждем заход. Евы пробрались! Воу! Может быть никакого подвоха. 11 840. Дима Нагиев, я увидел его вживую. Принял участие в розыгрыше. Выиграл билетов 1541. За этими цифрами стоят люди. 1541. Заходим сюда, интервалисты. Идем, идем. Общая сила. Димочка! Все, все вот. Дима. Друзья, смотрите, это легенда, это мои блоги. Берись, пожалуйста, стол один. Сможешь что? Давай туда. Туда. Вот туда. Выходи, пожалуйста, прямо на пол. Вы знаете, да, кто это? Да-да-да. Сына, можно все вопрос? По маслу. Вот каково это дружить с Николаем Соболевым, да, и понимать, что весь прирост славы идет к нему, и ты такой, типа, посредственный человек, вот, второго плана не хотелось бы когда-нибудь прям вот превзойти. Это кажется, да? Нет, мне не кажется, я просто... Нет, слушай, у каждого своя аудитория, у каждого свой контингент. Нет, я просто смотрю за влогами как Соболева, да, но у него просто выпускают Сашу Муратаева. У Саши Муратаева, например, вот влоги, и видно, что ты такой позитивный человек, ты так как-то спокойно с ними всем прям дружишь, 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 дружишь. Как относятся твои друзья к тому, что ты там... с ними тусишь, не проси, типа, пожалуйста, добудь ей фоточку там, попроси. Нет, чувак, нет, пока такого нет. Если будет, конечно, вы дружи будет фоточку. Вы познакомились с Колей уже до того, как он стал? Слушай, мы с ним дружим месяца два, наверное. Познакомились. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Подожди, я посмотрю, мне фотку. Друзья, ну что ж, наш вечер, он продолжается. И, наверное, все мы прекрасно. Друзья, самые крутые люди, наверное, самые верные. И люди, которые хотят вытащить и выцепить максимум из всего, идут всегда именно. Второй раз? Второй раз? Что? Идешь туда? Первый. Первый еще? Так вот, мы решили испытать счастье два раза. Это секрет. Поэтому смотрите, что здесь еще людей. И опять отстоять все вот это вот. Ради чего? Правильно, ради Николая Соболева. Кайпажор в деле. Друзья. В общем, мы подошел к ролику к концу. Этот ролик был очень интересным, он был очень насыщенным, динамичным. Там было очень много популярных и интересных людей. Поэтому почему бы не поставить этому ролику лайк, не подписаться на канал. Ну, с вами был Сережа Костин, канал Серж Плейс. Всем до новых видео. Пока.